Всем приветик! Приветствую вас на своем любимом YouTube канале. И сегодня, ребята, мы с вами будем делать необычное мороженое. Недавно мы делали с вами обычное мороженое из сливок, сгущенки. Ссылку на него, кстати, на этот рецепт я оставлю под видео. А сегодня мы будем с вами делать банановое мороженое. Да, представляете, ребята, такое мороженое существует. Я покажу рецепт, который мы делаем достаточно уже давно. Так, также еще мы с вами делали, помните, банановое молоко. Очень безумно вкусное и нежное. Естественно, ссылку я тоже оставлю под видео в описании. А сегодня банановое мороженое. Итак, ребята, это не все ингредиенты, которые нам понадобятся. Сейчас самое важное, что нам нужно делать. Все ингредиенты я покажу чуть-чуть попозже. Сейчас данные два банана, я использую всегда два, нам нужно разрезать вот так, на такие кольца. Видите? Вот на такие кольца. Разрезаем. Кто-то может, ребята, делать кольца толстые, кто-то тонкие. Я люблю вот такие небольшие колечки. В принципе, это не столь важно. Разрезаем банан на такие кольца. Вообще, в принципе, все, что из банана, оно очень вкусно и полезно. Так, один банан мы с вами разрезали. Дальше. Приступаем к следующему банану. Также мы его с вами разрезаем. Извиняюсь, что я так прям это бурно стучу по стеклу. Ну что делать? Нет у меня ни шумной посуды. Так. Сейчас дорезаем. Все, отлично, ребята. Мы с вами банан порезали. Теперь, что нам дальше нужно сделать? Дальше мы наш банан вот в таком разрезанном виде, вот в таком, отправляем в морозилку, в холодильник, в морозильную камеру, да, на 3 часа. У меня там, сейчас посмотрю, 18 градусов, минус 18, вот. Я буду класть наш банан в верхнюю камеру, где минус 18. Вот так. Ребят, ну это все зависит, конечно, от вашей морозилки и от прочего. На 3 часа. Все, наш банан должен хорошо замерзнуть. Все, отправляем. Через 3 часа вернусь. Так, ребята, ну что, смотрите, я уже достал бананы из морозилки. Они немножко у меня уже отошли, они должны после морозилки минут 15 постоять. То есть уже полчаса прошло, да? Они должны минут 15 постоять. Так. Теперь продолжаем. Я вам сейчас расскажу, какие нам ингредиенты дальше понадобятся для приготовления нашего мороженого. Ребята, собственно, вот эти два банана. Далее, нам понадобится один пакетик ванилина. У меня вот такой хас, я уже вам рассказывал, что мне он очень нравится. Дальше, нам понадобится с вами кленовый сироп. Вот так вот у меня выглядит сироп. Мне очень нравится он. Он очень вкусный. Так что, если кто будет брать, советую. И какао. Вот. Ну что, давайте готовить наше банановое мороженое. В емкость для взбивания, кстати, да, забыл сказать, что нам понадобится сам блендер. Это очень важно. Так, в емкость для взбивания мы с вами начинаем перекладывать наши
замороженные бананы. Выкладываем. Сейчас, ребята, секундочку. Возьму еще одну ложку. Так. Еще одну ложку. Она нам понадобится. Так, выкладываем. Но не все. Советую часть бананов положить. Так. Они, знаете, не такие охлажденные прям. Прям охлажденные. Так, бананы мы с вами, часть бананов выложили. Теперь сюда насыпаем ванильный сахар. Так, я его открыл, высыпаем. Полностью прямо весь пакетик, ребята. Высыпали. Точнее, не ванильный сахар, а ванилин, простите, пожалуйста. Ванилин. Дальше. Сухое. Кладем чайную ложку. Можно даже с горочкой. Вот так. Какао. Положили. Все, какао нам больше не понадобится. Этого достаточно. Закрываем банку и берем кленовый сироп. Сиропа, ребята, нам с вами понадобится всего лишь вот такая столовая ложка. Наливаем и добавляем. Можно еще совсем чуть-чуть, вот так. Все, сироп, ребята, нам тоже больше не понадобится. Закрываю. Так, готово. И теперь сверху выкладываем наши оставшиеся бананы. Можно даже их немножко примять туда. Так. Выкладываем. Так. Раз. Два. Все, ребята, готово. Больше никаких ингредиентов нам не нужно. Теперь что дальше? Сейчас я все уберу, что мешается. Дальше, ребята, берем блендер. У меня вот такой, вы уже все видели. И данную смесь нам нужно взбить до однородной массы. Все. И, собственно, потом мы с вами перекладываем нашу взбитую смесь вот в такую емкость. Закрываем крышкой и ставим в холодильник до полного замораживания. Вот и все. Это очень простой рецепт. Так что, ребята, сейчас я буду взбивать наши бананы со всеми ингредиентами. Ну, показывать, собственно, уже, конечно, не буду, как я это буду делать, взбивать. Все уже вы прекрасно видели, как я это делаю. В общем, как я только все взобью, вернусь, подключусь. Все, мои хорошие, взбил я, значит, наш мороженое банановое. Вот такая консистенция у нас с вами получилась. Так, теперь я беру формочку. Ну, у меня такая, ребята, у меня меньше нету, к сожалению. Ну, я думаю, ничего страшного. Хорошо будет и в этой. Так, кажется, мне ее надо поменять, потому что она почему-то треснула. Ребята, я не заметил. Сейчас я формочку поменяю. Ой, ребята, нашел вот такую, но такая маленькая. Это вот треснувшая внизу на дне. Все протечет. В общем, короче, ладно, эти формы не подходят. Вот такая форма подойдет, круглая. Вот, открываем и сюда выливаем наше мороженое, точнее, наше будущее мороженое. Вот, полностью ни одной капли нам оставлять нельзя.
потому что это все безумно вкусно. И вот такой силиконовой лопаточкой я все остатки со стенок соскребаю и выливаем нашу форму. Вот. Вот так. Все, ничего не осталось. Вот, ребята, все перелил. Так. Вот так вот у меня получилось оно в форме. Видите? Пахнет, ребята, изумительно. Просто словами не передать. Все. Теперь наше мороженое мы закрываем плотно-плотно крышкой. Вот. Закрыли. Видите? И все. Снова отправляем в морозилку уже до полного застывания. Ну, думаю, что уже я покажу, как я буду оформлять наше мороженое уже попозже, конечно же, когда все хорошо застынет. Все, отправляем в морозилку. Ну что, мои хорошие, вот уже вечер наступил, и мороженое у нас с вами хорошо замерзло. Давайте мы его сейчас откроем и посмотрим, что же у нас получилось. Так, вот наше мороженое. Такого замечательного шоколадного цвета. Вот такое. Видите? Пахнет обалденно. Знаете, банан с шоколадом и чуть-чуть ванилькой. Просто обалденно пахнет. Ребята, давайте теперь... Вот смотрите, у меня вот такая вот креманочка. Всем она уже знакома. Мы с вами уже делали мороженое. Собственно, ссылку на рецепт обычного мороженого ванильного я оставлю, конечно же, под видео, как я уже и говорил в начале. Вот такая ложка, тоже всем знакомая, специально для мороженого. Я уже подготовил теплую воду. Отпускаем нашу ложку в теплую воду и нагреваем. Ну, чтобы более-менее она была теплая. Сейчас немножко подождем, чтобы ложка нагрелась. И будем накладывать наше мороженое. Так, ребята, я уже попробовал сейчас. Не буду я делать такие шарики. Мы будем делать с вами такими слоями. То есть я буду вот так вот соскребать наше мороженое. Ну, как, знаете, не знаю, как сказать. Можно сказать, наверное, соломкой. Не знаю, что ли. Как-то вот, как-то так. Не круглыми. Такое... Скажем, воздушное у нас с вами оно получится. Вот так соскребаем. Вот так. Вот такими, видите? И выкладываем. Сейчас, простите, там шумно будет. Дверь прикрою. Так. Снова мочим ложечку. И снова заскребаю. Так как я уже сказал, что в составе нету сливок и ничего такого, да, мороженое само по себе, оно очень плотное и оно очень хорошо замерзает. Вот так. Вот так. И давайте еще немножко положим. И вот так. Вот так. Еще чуть-чуть хочу сверху, чтобы было все красиво, аккуратно. И оно такое получается, знаете, ребятки, как воздушное, что ли. Не знаю, как сказать. Ну да, скорее всего, что оно более такое воздушное.
Так, еще чуть-чуть возьмем. И достаточно. Вот так. Вот так, мои хорошие. Все. Мороженое мы с вами выложили. Вот так вот оно выглядит. Видите? Обалденно. И давайте сейчас мы его с вами украсим. Я достал свои любимые малинки с дачи. Еще с того года, правда. Ну, не знаю. Произвольно как-нибудь положим, да? Вот сюда. Третья там куда-то убежала. Ладно, ничего страшного. Вот. Малинку мы с вами положили. Так, оставшееся мороженое, конечно же, я уберу в морозилку сейчас. Вот, малинка. И, знаете, не хочу я украшать шоколадом, а я украшу кокосовой стружкой. Просто сверху вот так вот легонько-легонько присыпем. Вот так. Ну что, все, наше с вами мороженое готово. Сейчас я вам поближе покажу, как оно выглядит. Вот, ребята, вот так. Вот так оно выглядит. Мне кажется, очень красиво, очень аппетитно. Так что готовьте. Как вы видите, все очень просто, все очень быстро. И это, ребята, безумно вкусно. Отличный, легкий, быстрый и простой десерт. Вот так. Ну, украшать, конечно же, вы можете на свой вкус, как вам угодно. Ну все. Всем спасибо, ребята, за внимание. До скорой встречи. Всем пока.